Тверском государственном университете состоялся круглый стол, посвященный развитию аудиторской профессии и рынка. Кто стал организатором встречи, какие предприятия приняли участие в обсуждении, выяснила наша съемочная группа. Круглый стол под названием «Развитие аудиторского рынка и аудиторской профессии. Стратегия развития, изменения перспективы, информационное взаимодействие с внешними пользователями, обмен опытом, проблемы взаимодействия и пути их решения» имеет важное значение для развития отрасли, науки и практики. Формат круглого стола аудиторов в формате живого общения с внешними пользователями в Твери проходит впервые, что является началом нового вектора развития взаимоотношений различных структур. Центральное территориальное отделение саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Содружества проводит данное мероприятие совместно с Тверским государственным университетом, Институтом экономики и управления с целью просветительской работы для внешних пользователей, для представителей научной общественности, а также для студентов, будущих специалистов в нашей сфере. В работе круглого стола приняли участие представители региональных аудиторских фирм и коммерческих организаций, а также эксперты из Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, Управления ФНС России по Тверской области, Управления кредитования Тверского отделения Сбербанка и Тверского областного фонда ипотечного жилищного кредитования. Дальше мы будем развивать аудиторскую профессию все вместе. Мы хотим на этом мероприятии дискуссию услышать, понять направление развития, какие-то наши перспективы. Самое важное – это встретиться с пользователями наших услуг, послушать, как они относятся к нашей профессии, может быть, подсказать, где мы можем быть еще им полезны. Главным итогом заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между Тверским государственным университетом и ООО АКФ «Эксперт Аудит», сотрудники которого представляют интересы аудиторской общественности Тверской и Смоленской областей в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации Содружества. Мне, как директору Института экономики и управления, чрезвычайно важно с самого начала любом студенте заложить вот понятие того, что его труд, его профессиональная квалификация обязательным образом сыграет положительно на развитие рынка как региона, так и страны в целом. В завершении организаторы поблагодарили всех участников за конструктивное обсуждение, плодотворную работу в рамках круглого стола и положили начало новому витку развития аудиторской профессии в нашем регионе.